Ну, слушай сказочку. Рико здесь, и это вторая смена. Самые интересные музыкальные новости последней недели, по мнению человека, сидящего сейчас в неглаженной рубашке. Погнали. Blink-182, Quarantine. В интервью с MTV Трэвис Баркер, барабанщик и участник группы Blink-182, сказал, что это первый трек с грядущей епихи, которая должна выйти в конце этого лета. Там же будет коллаба с Juice WRLD'ом, не единственная, кстати, за эту неделю. Но, на мой взгляд, никакие фиты не спасут нынешнюю ситуацию группы, потому что если раньше в группе было важное звено в виде Томаса Делонга, то сейчас блинки звучат как масса однообразных панк-рок-групп без какой-либо уникальности и изюминки. Такой материал очень тяжело подать с таким звучанием, потому что это звучит одновременно как Offspring, что возвращает нас в начало нулевых, что не есть плохо, просто такие нулевые, они уже не интересны. Более того, текста, написанные в духе «карантин, иди нахуй, ты нас заебал», это скучно. Поэтому ребята, которые росли, как и я, на блинках и расстраиваются от того, что они делают сейчас, подождите, дальше для вас будет один интересный релиз. Алена, Алена, стержень. Целый сайфер украинских рэперов, который объединила охуительная Алена Алена. Описание под видео гласит: 40 дней назад вышла очередная колонка о смерти украинской рэп-музыки. Мы все ее прочитали и решили уже наконец похоронить этот рэп и произвести по нему поминки именно сегодня. Произвести поминки? В этот поминальный понедельник многие украинские рэп-исполнители соединят свои творения и выпустят их в свет. Очень классный сайфер, который как бы показывает нам, за кем из украинских рэп-исполнителей сейчас интереснее всего следить. И как раз хочется обратить внимание на одного из них. Это Кауш. У них был фит как раз с Аленой Аленой, только обратный. И трек назывался «Гори». Советую вам. Lucky Min, Snippet. Раз, два, три, четыре. Блять! Снипетов не будет. И вот опять. Рома ебашит как не в себя. До конца следующего года он планирует выпустить две епихи и один альбом. Епи будут называться «Черная метка», это первая. Вторая епиха «Пятно» и альбом «Контроль». Помимо этого выйдет документалка о записи альбома. Собственно, оттуда кадры вы сейчас и видите. Она расскажет о создании нового материала Lucky Min и его командой. Ждем, какие эксперименты будут со звучанием, потому что я очень надеюсь, что рока там будет немного, потому что я уже говорил и не раз, в том числе самому Роме, о моей плохой непереносимости такой музыки. Не рок-музыки в целом, конечно же, а именно той рок-составляющей, которая есть в музыке у Локи, когда он решил утяжелить ее и оживить. Machine Gun Kelly, Concert for Aliens. Загадка сегодняшнего вечера. Как, будучи хип-хоп-артистом, сделать поп-панк-песню, чем одни из отцов этого самого поп-панка? Речь, конечно же, о блинках. Я не буду превозносить трек, который выпустил Machine Gun Kelly. Он просто хороший. Но на фоне того, что сделали блинки, он смотрится, звучит и выглядит куда свежее и бодрее, чем у них. Вероятно, трек продюсировал сам Трэвис Баркер. Он есть как в составе блинков, так и в составе с Machine Gun Kelly, по крайней мере, при записи этого альбома. И я давно заметил, что Трэвис превратился в местного короля Мидаса, потому что те хип-хоп-релизы, к которым он прикасается, они превращаются в какую-то классную конфетку. Tickets to my Downfall — это название пятого студийного альбома MGK, который выйдет 25 сентября этого года. Совсем скоро. На альбоме ожидается куча фитов. MGK сам рассказал про их участие, и это Youngblood, Black Bear, Trippie Redd, Young Thug, Fronts и Bert McCracken из группы The Used. И как раз вчера вышел еще один новый трек с этого альбома. Это фит с Black Bear, называется My Ex Best Friend. Он гораздо более реличный, потому что он посвящен разбитым сердцам, бывшим девушкам, и само собой он звучит не так бодро, тем не менее он все еще в тематике этого альбома. Оливер Сайкс подтвердил фит с Youngblood'ом для новой пластинки Bring Me The Horizon. Слухи о том, что Брингги работают над новым материалом с Youngblood'ом, ходили достаточно давно, и вот тяна.
Now it's official. У пацанов будет фит на будущей пластинке под названием Posthuman. Youngblood же, кстати, когда он только появился, сразу напомнил мне своим поведением, вокалом, манерами пения и образом молодого Берта из группы The Used, это их вокалист. А The Used в свое время оставила достаточно сильный отпечаток на моем музыкальном воспитании, поэтому я очень рад, что Youngblood примет участие на пластинке Bring Off. Я верю в то, что он сможет привнести туда свою козырную эмоциональность и крикливость, что ли. Также Оливер сказал, что Posthuman — это не совсем альбом. Это 4 эпихи под этим названием, которые, видимо, будут отличаться нумерацией. Но что гораздо важнее, что каждый из них будет уникальный в своем звучании, в своем темпе, лиричности и тональности. То есть это совершенно разные 4 эпихи. Интересно. Издательство «Молот Хард Корп» выпустит 164-страничный комикс о грязном Рамиресе. Эти ребята уже делали серию комиксов, и прошлым героем был Паша Техник. Сейчас же главным героем будет грязный Рамирес, причем играет он злодея. Конец 90-х. Россию все еще раздирают междоусобные бандитские войны. На фоне всего этого новоиспеченный маньяк хладнокровно убивает жену бывшего милиционера, и тот, в свою очередь, окунается в тягучую пучину мести, которая затягивает его с головой. Так звучит главная завязка этого комикса, и, насколько я понимаю, грязный Рамирес будет играть роль как раз того самого маньяка. В Минске за сутки до выборов президента должен был состояться бесплатный рэп-фестиваль с участием Тайга и Сейнт Джон. По данным СМИ, концерт спонсируют власти Беларуси. Эта новость одновременно грустная и смешная, потому что когда было объявлено о том, что этот фестиваль будет, все просто охуели. У всех появилось много вопросов, как артисты с миллиардными просмотрами, которые ни разу не были в Беларуси, заявлены на фестивале. Причем, что иронично, конечно же, за день до выборов президента. Масштаб фестиваля был сумасшедшим не только по меркам Беларуси, потому что одновременно с этим было объявлено, что и в соседних городах пройдут концерты с участием просто кучи звезд, притянутых не только из-за рубежа, но и из России. Например, Кармен, Отпетые мошенники, дуэт Джара и Ханза, Леонид Агутин, немцы Бонни М, британец Хэдэуэй, украинец Олег Винник, белорусы Руслан Алихно и группа Себры, Григорий Лепс, Владимир Пресняков и другие известные артисты. Не забывайте, что в мире все еще карантин, и сам факт того, что где-то недалеко от Европы происходит фестиваль таких масштабов с такими артистами, вызвал просто огромный ряд вопросов. Причем, по словам организаторов, фестиваль спонсирует частный заказчик. Но СМИ сделали свое мини-расследование и выяснили, что на самом деле спонсором фестиваля является Минский городской исполнительный комитет. По факту это мэрия Минска. Здесь даже непонятно, связывались ли организаторы со всеми артистами из этого списка, потому что буквально через день все артисты начали отказываться от участия в этом фестивале. И еще через день стало известно, что площадку Дворец спорта в Минске, где, собственно, и должен был произойти этот огромнейший концерт, уже демонтируют. Но прямо сегодня, 9 августа, пока я записываю этот новостной выпуск, сами выборы и проходят. Будет очень интересно посмотреть на статистику проголосовавших, и особенно на последствия. Макс Корж выпустил 2 трека «Времена» и «Тепло». Трек «Времена». Перед нами баллада. И по звучанию создается ощущение, что Макс экспериментирует с ним. Он ищет свой стиль, вот только не совсем понятно, куда он метил. Трек, если судить по обложке и по общему вайбу, посвящен вышеупомянутым событиям в Беларуси. И на это нас очень четко отсылает город, который находится в огне, изображенный на картинке. Время прошло уже много лет. Люди изобрели искусственный свет. Трек «Тепло». Здесь уже гораздо меньше двусмысленности и, более того, прямые намеки на президента Беларуси, который забрал солнце и не дает тепло людям. Охуенный текст, и я не могу скрывать, что меня покоряют те песни, которые написаны с большой душевной болью внутри и со злобой. А злобой из-за несправедливости какой-либо ситуации. В данном случае это злоба и боль большого количества людей, целого народа. Но самое главное, что в треке можно не менять ни единого слова, и он точно таким же образом на 100% подойдет и к нашей стране.
White Punk, мрачные тени. Я курю изо всех сил мертвым мураками. Новый релиз White Punk названием отсылает нас к одноименной работе Тима Бертона. При всем желании создать мрачную атмосферу, альбом попросту скучно слушать. Это набор неплохих, но схожих битов с пустыми текстами, где автору, к сожалению, нечего сказать. Это я говорю при всей любви к White Punk. Он очень крутой музыкальный продюсер, и большинство из тех релизов, где он участвовал в этой роли, они охуенные. Но этот релиз, по крайней мере, «Мрачные тени», если мы говорим о нем, здесь он как исполнитель очень слабый. Строчки типа «Преследуй мечту, но не преследуй суку», «Эти деньги мне звонят, я не беру трубку». Использовать в середине 20-го, ну, это пиздец. Я понимаю, что это можно оправдать данью жанра и общими тенденциями трэпа, дрилла и так далее, но если бы кроме этого было хоть что-то интересное, то разговор был бы другим. Здесь же, к сожалению, нет больше ничего, и EP-ху я дослушал с трудом. Очень грустно. Touché Amore, Limelight. Несмотря на то, что сингл «Мелодик хардкор» группы вышел полторы недели назад, мимо него нельзя было пройти. 4 года радиомолчания, нарушенные этим синглом, и вот вам анонс. Это релиз полноформатника, который выйдет этой осенью, если быть точным, 9 октября. Он будет состоять из 11 треков и называться «Lament». Georgie and Diplo, «Daylight». 25 сентября после долгих переносов у Джорджи наконец-таки выходит альбом под названием «Нектар». На треке «Daylight» Джорджи рассказывает о том, как он чувствует себя беспомощным в отношениях, которые непримиримо должны закончиться. Lana Del Rey, «Wally of the Dolls». Песня Ланы, записанная еще в начале 2017 года, попала в сеть и, о боже, текст наполнен меланхоличными завываниями и гласит о мужчине, который сводит ее с ума. Классическая страдающая Лана вновь мучается от любви. Ну а новый альбом Ланы выходит уже совсем скоро, 5 сентября, и будет называться Over the Country Club. Tame Impala, Is It True? Австралийская музыкальная группа, состоящая из Кевина Паркера, дропнула психоделический, как и жанр, в котором он играет, клип на композицию «Is It True» с последнего на данный момент альбома, и клип вдохновлен временами VHS-кассет. Gashi, 1984. Бруклинский рэпер с ливийскими и албанскими корнями выпустил концептуальный альбом под названием 1984. По сюжету Гаши перемещается в 80-е, ведь именно этой эпохой в поп-культуре вдохновлены здешние треки. Я не жил в том десятилетии, но всегда связывал себя с той эрой. Мне нравится все в культуре 80-х, от музыки до фильмов и моды. Я всегда мечтал попасть в ту эпоху, говорил артист перед выходом альбома. Вдохновившись творчеством Принца, Майкла Джексона, Фила Коллинза и Джорджа Майкла, Гаши передал атмосферу поездки на розовом Lamborghini Countach по бескрайнему шоссе с огромными неоновыми вывесками. И здесь Гаши пошел по пути, проторенному The Weeknd'ом и Dua Lipa'ой в этом году, потому что они выпускали пластинки в схожей тематике в ретро-стилистике. Cardi B, WAP. Cardi B вернулась с первым синглом в этом году, и это фит с Megan Thee Stallion, которая уже успела посотрудничать с такими артистками, как Beyoncé и Nicki Minaj. Название WAP расшифровывается как Wet Ass Pussy, что переводится как «мокрая киска». Перемещаясь между комнатами особняка в откровенных нарядах, рэп-артистки не стесняются в описании своих постельных сцен, используя множество самых разных сравнений и метафор. «Прижми эту киску к своему лицу и проведи носом, будто кредитной картой», — говорит нам Карди. В клипе также появились Кайли Дженнер, Розалия, Намани, Руби Роуз, Сукихана и Мулатто. А сэмпл взят из композиции Фрэнка Ски «Horse in this house». Забавно то, что самые трушные поклонники Cardi B
создали петицию, где призывают людей в том, чтобы из клипа вырезали Кали Дженнер. И петиция, между прочим, собрала уже 50 тысяч голосов. Young Pimp и Big Russian Boss, Crazy Universal Music. Делай миду, пизду, 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 пизду. Покажи ду, пизду, 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 пизду. Я уже говорил о своем отношении к околоблогерской музыке в прошлом выпуске «Второй смены», и очевидно, что проект Big Russian Boss находится примерно в той же степи. Интерес к нему сильно упал за последние годы, и это происходит потому, что ничего нового он предложить нам не может, и тот образ, который когда-то был его фишкой, стал его тюрьмой. Музыкально это тоже очень сильно сковывает, потому что я не знаю никого, кто относился бы серьезно к Big Russian Boss как к музыканту, и поэтому ему ничего не остается делать, как дожимать последние капли из образа русского гэнгста. И несмотря на эксперименты, которые, несомненно, есть на этом альбоме, это то уход в сторону хардбаса, то уход в сторону вообще металла, то есть на нескольких треках мы можем слышать перегруженную гитару, это трек 5G и металл, собственно. Тем не менее, звучит это все очень стыдно, потому что барики звучат так, будто бы они взяты из Guitar Pro, то есть вообще никак не обработаны. Гитара звучит как невнятный кисель, и самое странное, что поверх всего этого звучит тот самый хриплый вокал босса, читающий какие-то саркастичные строчки, которые, ну, вообще не увязываются здесь абсолютно никак. В общем, пацанов на этом альбоме кидало в совершенно разные стороны, вот только непонятно зачем, потому что любые эксперименты, они все еще в рамках одного образа, и выделить я могу разве что трек «Do Peace», и то из-за того, что у него охуительный бит. «Misery Signals» — «Ultraviolet». Если вы скучали по прогрессивному, ну, в данном случае немного прогрессивному металкору, то у некогда любимой мной группы вышел полноформатник, причем впервые за 7 лет. Фишкой группы было мелодичное гуляние гитары на фоне хардкорных рифаков и панк-забивов, и вокал всегда был экстремальный, то есть никакого вам чистого, все просто было прям по-мужски. Альбом 2020 года не может похвастаться теми же фишками. Да, они тут присутствуют, но в гораздо меньшей степени. И я бы назвал его как рак на безрыбье. В том плане, что из-за отсутствия каких-либо более-менее интересных релизов, послушать можно и этот альбом. Ну а если вы хотите прикоснуться к классике этой группы, то я советую вам альбом 2008 года. Их же альбом под названием «Controller». И я не знаю, как сейчас он будет вам слушаться, но тогда это было нечто очень сильным. Flatbush Zombies, Afterlife. Ууу, это мое любимое сочетание, когда разъебывают не только трек, но и клип, после просмотра которого я сразу же полез в Google искать making-of или backstage того, как это было снято. Стоит ли говорить о том, что я нихуя не нашел? Но, тем не менее, режиссер клипа рассказал, как они добились такой картинки. Дело в том, что клип был отснят еще до пандемии в Париже, и потом, в течение 4 месяцев, на постпродакшене они разрабатывали технологию, позволяющую сымитировать максимально достоверно изображение X-Ray. Столько сложностей лишь потому, что технологии, позволяющие захватывать изображение с X-Ray, до сих пор не придумано. Вернувшись к треку, стоит сказать, что он был спродюсирован крутейшим Джеймсом Блейком, и это лишь первый трек из череды релизов, которые будут с ним же. Поэтому я очень заинтригован и жду, что получится. Juice WRLD, The Weeknd, Smile. Состоялся официальный релиз коллаборации двух огромных звезд англоязычной эстрады, и это уже второй релиз на этой неделе с Juice WRLD'ом, который умер в декабре 2019 года. Еще при жизни Juice говорил о том, что он мечтает сделать фит с Weeknd'ом, и в день релиза сингла, то есть буквально на днях, посмертный альбом Juice был обновлен на всех площадках, где появился этот трек, ну, собственно, фит с Weeknd'ом. Текст песни вращается вокруг двух исполнителей, где они говорят о своих внутренних демонах, переживаниях и готовности пойти на жертвы в отношениях. В песне Juice WRLD неосознанно предвещает и упоминает свою смерть в 2019 году в строке
дьявол на моем плече говорит мне, что я скоро умру. Я действительно не хочу, чтобы это повлияло на тебя. Мы вместе с The Weeknd могли бы сделать бриллиантовую запись, написал в своем твиттере Juice WRLD еще в сентябре прошлого года, незадолго до своей смерти. А после релиза этого трека под названием Smile уже The Weeknd написал: «Жаль, что мы не можем отпраздновать его вместе». В клипе снялся известный художник Давид Гарибальди, который рисует портреты музыкантов. Комплиментер, меланхолия. Комплиментер — это проект Макса Кубе, которого инди-тусовка может знать по предыдущим проектам, таких как Киров, например. Епиха «Меланхолия» получилась очень воздушной и приятной, поэтому если вы искали идеального кандидата для того, чтобы прогуляться, послушать музыку, помечтать о чем-то, либо создать романтическую обстановку, то получайте. Треки с нее попали во множество подборок в стриминговых сервисах. Более того, одноименный трек «Меланхолия» попал в суперпопулярный плейлист под названием All New Indie в Spotify, у которого более миллиона подписчиков, если что. И что еще важно сказать, то что это первый и единственный русскоязычный трек в этой большой и важной подборке. «Шоколадный торт. Россия не для грустных». Питерская поп-панк-группа «Шоколадный торт» выпустил свой четвертый альбом, цель которого — разогнать уныние и доказать слушателям, что Россия все-таки не для грустных. Я думаю, отсылка названия альбома вам понятна. В альбом вошли 15 треков, в том числе фиты с группами «Шары» и «Bicycles for Afghanistan», которые лично для меня являются моими персональными похитителями сердечка. Альбом не рассказывает нам о жизни в розовых очках, а скорее представляет другой взгляд на проблемы, которые нас окружают, и учит нас, по крайней мере, пытается учить, искать хорошее там, где его как будто бы нет. Несмотря на название, политических тем в альбоме нет. Зато есть фит с Толей из группы Wild Ways и дисс на музыкальную индустрию. Самое забавное, что ребята решили устроить презентацию альбома, прокатившись на грузовике и, собственно, играя его, катаясь по Питеру. Этот перформанс закончился неувязочкой. Дело в том, что через некоторое время ребят остановила полиция у дома Зингера и попросила проехать с ними в отделение. К счастью, ничего страшного не случилось. Просидев там 2 часа и получив штраф за хулиганство, ребят отпустили. Зато тот экспириенс и ощущения, которые они получили, сделав этот поступок, по-моему, они неимоверно выше этих затрат. На этом все. Не забывайте чаще говорить спасибо, оставлять корм для своих домашних животных и любить себя. Чао. Ах да, и не забывайте гладить свою одежду, если у вас есть утюг. У меня его нет.